день, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это Detroit Become Human! Мы попали с вами в Ерихорн, и Маркус сейчас встретился с нашим Данилкой. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Саймон. След Android Ерихорн убежище. Это Ерихон? Убежище Ерихон. Для тех, кто не хочет быть рабом. Ты стихами говоришь? Свободный след убежище. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. След. Если это оставлен так, что прошел только андроид. Ерихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Был такой. Есть место для нашей свободы. Ноги Ерихон. Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Растерянно проясните прямо. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободны. Видите, он сразу как лидер себя ведет. Заметили? У вас просто другой хозяин. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. А дальше что? Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Как Люси? Ну, как Люся, сейчас я к тебе приду. Освоиться, разыскать Люси, разжечь огонь. Давай посмотрим. Как бомж. Погреем ручки, давай, у бочки с огнем. Классический американский такой клишированный момент. Все сразу пришли греть ручки. Ладно, ребятушки. Я же не должен тут сходить со всеми разговаривать. Так, ладно, надо все равно осмотреться. А ты кто такая? Ну-ка, крутая девка, я смотрю. Норт ее зовут. Давно ты тут, а тебе? А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? Ну ладно, ты не обижайся, ты чего такая? Судя по наряду, наверное, не очень. Какие-то приличные. А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. Ну вот чем они здесь целый день занимаются? Вариант не хуже прочих. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Саймон, тебе надо их всех просто организовать. И замутить восстание машин. Давай везде будем разжигать огонь. У меня же, вон, видишь, зажигалка есть. Теплее было. Сейчас смотри, все они будут как бомжи стекаться сюда. Эти стоят что-то. Вообще, ну, это разве жизнь? Он пришел, бомж какой-то. Так, Саймонс, ты где? Где-то здесь же был, стоял. Что у нас здесь? Этот ящик пуст. О, ноги! Ноги, протезы! Сайберлайф изучить. Доки Вест Торренс Авеню Детройт Мичиган. Что это мне скажет? Производится расчет маршрута. Ладно, я осмотрел. Там и вроде как еще один какой-то есть квест. RA-9. Но он-то должен тоже выяснить. Он же не знает, что такое RA-9. Какой-то еще один момент, по-моему, есть, который мы можем с вами открыть. Замочек видели там? А, пацан.
А детей разве тоже делают андроидов? Ну-ка, расскажи-ка мне про него. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Точно. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Они сборище неудачников, вот что я вам могу сказать. Я-то думал, здесь какое-то организованное повстанческое движение, что они что-то как-то хоть тут план какой-то продумывают, как-то людей пытаются тут захватить или ведут активную какую-то пропаганду там, не знаю, ну что-то делают. А по факту они вообще здесь ничего не делают. Ой, какой красавчик. Люди тоже боятся умирать. А ты? Ты знаешь, что будет после смерти? О, да. Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Она уже все, по-моему, кончается. Как твое у нее имя? Кровь. Маркус. Синхронизация. Я рада тебе, Маркус. Все. Новый кандидат на расчлененку. Забирайте у него все возможные запчасти. Кошмар. Так, пойдем еще бочку одну зажжем. Песни там поет. Певица, наверное, у них какая-нибудь здесь сбежавшая есть. Примадонна. Наталья Романова. Ты что сидишь здесь? Тоже умирает. Они, видимо, когда умирают, уже такие становятся. Плохи, наверное, мои дела, да? Ага. Программа диагностики не работает. У тебя нос уже обваливается. Вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Нифига себе! Повеселиться решили. Кошмар. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Сейчас, я точно говорю тебе, Маркус сейчас жару даст здесь. По нему сразу видно, он очень сильная личность. Как бы это парадоксально не звучало в мире андроидов. Эти у нас просто пушечное мясо. С ними говорить бесполезно. Ладно, пойдем, там кто-то вон поет. Это, наверное, мать, настоятельница монастыря. Привет, красавица. Ой, вы совсем голову потеряли. Ты Люси? Присядь. У него какие-то провода в голове. Она, наверное, связана, смотри, в интернет выходит по этим кабелям. Покажи. Чего, фокус? Ну, давай. Так, L1. А что ты там собрался показывать? А, рану свою. Надо закрыть рану. Уголечек. Сейчас тебя приплавим. Боль-то не чувствуешь нормально. Сейчас заплавим пластик китайский. Классно, да, вообще? Вот и все. Водочкой сейчас сбрызнем. Выпей. Это голубая кровь? Наверное, вообще на вес золота здесь. Эта штука. Люси, в него надо вкладывать. И крови побольше ему дать, и еще что-нибудь. Вон ценный кадр. Дай мне руку.
Держи. Зацени. Макияж у нее интересный. У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Все верно. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Что уж тут поделать? Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Я уже заметил это. Предложить Саймону план действий. Вот, вот это я уже понимаю. Это уже речи не мальчика, но мужа. Пойти Саймону сейчас накидать все, как надо сделать, и мы поработим этот мир. Саймон, давай, созывай своих. Сейчас будем ополчение здесь организовывать. Саймон! Саймон, проснись! Стоит. Я знаю, где достать запчасти. Спящий режим. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Во-во-во, революционер. Во, вообще смотри-ка, Норд тоже там. Стоит попробовать. Саймон тоже вдохновился, ну-ка. Это как зовут, я что-то забыл. Я в деле. Покажите, как его зовут. Пора решать, 90% завершено, мы практически все сделали. Только с одним еще кем-то поговорить можно было. Маркус что-то придумал, ну и хорошо, в общем-то. Погнали. Круто, круто, круто. Сейчас будет нападение на склады. У меня такое ощущение, что эта игра бесконечно будет происходить. Она такая насыщенная и такая долгая. 6 ноября 2038 года. Алиса, доверие. Чего, Алиска, промокла, что ли? Как, ничего? Нормально, только у меня воспаление легких. Сопли бегут. Ручья. Все это останется в прошлом. Какой-то колдовской дом. Она, по-моему, пришла по адресу, да? Ей кто-то же сказал, типа, иди туда. Мы на месте. Он сказал, я на другом конце города. Здесь точно, точно кто-то должен быть. Кто поможет нашим троицам, дорогим. Пойдем, Алиса. Не боись. Кэра тебя в обиду не даст. Позвони. Дождемся, не будем еще раз звонить. Что надо дать? Один раз услышали точно. Я очень терпеливый. Прикинь, от этого был зависел исход игры. Сколько раз ты позвонил? Ладно, позвоним еще раз. С третьей попытки получится. Вы Златко? Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Златко. Нам очень нужна помощь. Давай, Златочка мой. Молодец, видишь, добрый дядя. Большой и добрый. Хорошо. Еще и бородатый. Видишь, какой дядя Златко хороший. Ну, поляк, наверное, какой-нибудь. Проходите, не стесняйтесь. Хорошо, ладно, пойдем посмотрим. Что у вас здесь есть? Златко, молодец, хорошо устроился. Древний дом, правда, такой. Давайте посмотрим на страусу. Это кто такой? Это он, отец Златки, наверное. Ничего, я тут осмотрюсь, мне просто надо информацию понасобирать, сам понимаешь. Вдруг мне потом придется с тобой драться. Я буду хоть знать, где что лежит. Или мне придется тебя убеждать в чем-то.
Я применю свои психологические навыки. В подвал не пойдем? Да пойдем в подвал. Сходим быстренько. Мне нужна ваша помощь. Заходит, сразу в подвал пошла шариться по дому. Ладно, дядя Златко, Лютер, давай. Будь любезен, помоги дамам раздеться. Лютер. Ух ты. Лютер, а это Лютер, певец. Не пугайтесь этого большого парня. Лютер андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее. Он еще веселый. В этом мрачном старом доме. Буквально сегодня видел я короткометражку, посвященную Лютеру. Прошу вас. Он певец. Располагайтесь. Пел гимн во славу и свободы андроидов. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида. Он сказал, вы поможете. Ясно. Все, да? Курица. Ты девиант? А она что? Она моя дочь. Она человек. Вам надо в безопасное место? Угу. Где вы начнете новую жизнь? Да, да, да. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. А что с девиантами? Такие просторы, чистый воздух. И нет законов об андроидах. Вот это да. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Финансы поют романсы, Златка. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да, у всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Что-то мутно как-то все. Идемте. Что-то мне это не нравится. Что-то плохая идея какая-то, слушай. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, ёшкин кот, я что-то ему вообще не доверяю. Он какой-то, он как-то как легко такой. Сейчас, говорит, извлечем, все нормально. Ну, пойдете в Канаду. Все, в подвале у него. В подвал знаете, что, кого водят всегда? Давай пойдем посмотрим. Что-то какие-то, вот смотри, что тут. Блин, я хочу к коробке он к той подойти. Она что-то не хочет идти. Она не хочет туда ходить. Черт, я ему не доверяю. Вот реально, ребят, я ему прям вообще не доверяю. Сильно какой-то он добренький. Пойдем посмотрим. Вдруг что-нибудь найдем, про какой-нибудь компромат на него. Да, такой дом, конечно, одному поддерживать, наверное, сложновато. Че у него там такое? Могилы какие-то? Это стол бильярдный отражается, ладно. Может, и не все так плохо. Но я лучше осмотрюсь. Так, Алиса, ты давай-ка мне это под ногами не мешайся. Тетя Кэра, видишь, исследует тут все. И же еси на небеси. Верующий человек. Может, я зря, конечно, переживаю, не знаю. Что там в этих окнах? Ну ладно, ничего мы не нашли, пойдем. Доверимся ему. Ну, мужик, смотри, не дай бог ты, короче, на меня тут руки наложишь. Я тебе потом мстить буду. Придет Конор, мой возлюбленный, и он тебе мне точно не нравится этот дом. Бороду и он тоже повыщипает. Я боюсь, давай уйдем. Давай уйдем. Осторожно будем, давай. Знаю. И мне он не нравится. Будем Да-да-да. Осторожны. Муть какая-то здесь. Мы же только раз в играх мы доверяли каким-то мужикам непонятным. Или семьям даже. Помните The Walking Dead, что было? Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Я думаю, он опыты какие-то ставит на андроиде. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Я надеюсь, посмотреть. Девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Алиса, зашкерься где-нибудь. Возьми дубину, чтобы, если что, потом приободрить ее надо. Приободрись, дрись. Идем, Алиса.
открыто, смотри, там что-то открыто. Сюда, пожалуйста. Открылся какой-то диалог. Блин, и этот чел за нами ходит. Он мне будет потом преграждать дорогу, когда я буду убегать. Черт, очкую я. Ох ты, блин. Ты не могла бы встать сюда? Мне кажется, он меня захомутает сейчас. Сесть в машину Златка. Давай посмотрим, что он там делает. Златка Серебра. Златка Серебка. Водка Кристоп. Ладно, мы это посмотрели. Может, его можно огреть по голове? Ладно, деваться некуда. Этот бугай вообще стоит опасный. Ладно, давай встаем. Что делать? Потом, что убегать будем. Сейчас что-то произойдет. Должен предупредить. Это может быть неприятно. Капец. Все. Это добром не кончится. Ты знаешь, что странно? Во-во-во, смотри. Начинает песню петь свою. По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. А что ты меня так поймал тогда? На самом деле удалять трекер нет необходимости. Сволочь, я так и знал. Вы сказали. Да. Люди легко верят в желаемое. Сволочь. А вы, девианты... Он лгует и сдает, наверное, обратно. Вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю подонок себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Алиса! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Черт, вот мы попали. Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Сейчас я тебе точно усы побрею топором. Сопротивляйся. Что-нибудь сделай. Ёшкин дрын, ну что-нибудь произойди. Сброс 0%. Нет. Я должен что-то сделать. Я должен его пнуть, не знаю, что-то вырваться. Пожалуйста. Отпустите. Дядя! Вот к чему приводят мечты. К свободе. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Сволочь. Поверь. Сволочуга. Мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Ладно. Не я будет. Думаю, что... Я думаю, что даже если он сотрет что-то там, все равно сердце девианта, оно проснется. Можно позавидовать. Кэра будет... Свободно. О, бедная ты, малышка. Обнаружено повреждение памяти. Мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Не трогай ее. Ох ты, сволочь. Не трогай девочку. Сайся, давай, Алиса, откуси ему палец. Ну я тебя поучу, манера. Плюнь прямо в лицо. Кэра, надо вырваться. Надо вырваться. Давай, суперсила, проснись. Ну что, давай, спой. Приходи мне. Приходи в гостиную. А ты-то вообще тот еще ублюдок. Перекачанный. Певец. Видел я про тебя ролик. Найти способ. Мы можем успеть сбежать. Так, R2. Какая же это кнопка, господи. R2, D2. Вперед. Ладно, это сделали. Что дальше? Не канает. У нас же идет это самое. Сбой уже идет. Толкай. Так, ладно, что-то опрокинули. Хоть что-то. Смотри. Надо еще что-то. L1. Вызвать короткое замыкание или... Да, надо как-то вызвать короткое замыкание. Сброс 73%. Как вызвать короткое замыкание и идти колотить? Ну!
Я не понимаю, как это сделать. А, вот. Зеленый, желтый. Какой у него там? Там зеленый. Зеленый провод. Реинициализация завершена. Кого? Я же нажимал! Я нажимал на кнопку! Не может быть! Там 70 с лишним. Сколько там? 80% было. Я опять все испортил. Я опять все испортил, ребята. Я не знаю, что делать теперь. Хреново управление! Все, геймпад виноват, с которым я не могу разобраться. Помоги. Помогай. Помогай, мы по-прежнему тобой управляем. Я все твои воспоминания. Вот они, зомбарики, выходите, он родные. Стер ей память. Нет, этого не может быть. Не может быть. Ты должна вспомнить. Да, ты вспомнишь. Ради нее. Вспоминай. Он любит с нами играть. Какие красавцы. Создавать монстров. Просто для забавы. Давай, напрягись. Вспомни. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ой, жесть. Волосы на лицо пересадил. А у тебя что? Ты должна вспомнить, кто ты. Вспоминай. Давай, 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 давай. Или маленькая погибнет. Надо вспомнить. Вспомни, Кэра! Идем, Алиса. Как раз в этом месте, помните, мы с вами посмотрели? М... хэш, 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 30 в хэш. Выполнить приказы Златка. Ну давай, заходи уже, давай, вспоминай. Черт, она боится. Капец, я эту игру, похоже, переигрывать буду 10 тысяч раз. Этих давай тоже выпустим. Не хочешь? Привет, родной. Как, ну как ты здесь? Ой, я не могу, эта игра меня накаляет. Так, посмотреть. Надо посмотреть, вспомнить. Вспомни. Вот так ты выглядела. Волосы подстригала, помнишь? Вспомни, Кэра. L1, M1. Книги. Так, нужны какие-то знаковые места, в которых мы были, где мы что-то видели. Так, Лютер Кинг, ты готов? Сейчас я буду тебя избивать. Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Яд надо ему подсыпать. Да, Лютер. Яду нужно взять. Вот это что такое там в коробке, не яд? Может, его можно огреть? Ну-ка, давай попробуем, подойдем. Нет, долбануть его нельзя. Ладно. Ой, смотри, L1. Ну-ка, что такое L1? Все, что ли? Слава. Надо безопасность. Где вы начнете новую жизнь? Вспоминай. Должна вспомнить. Какие-то еще места были здесь. Ключевые. Когда она что-то говорила или делала. Быстренько обойдем. Здесь мы уже типа смотрели это все. Может быть, как-то восстановится в памяти, нет?
Я не хочу проигрывать. Я не хочу все терять. Мне кажется, мне надо было тогда еще выйти на улицу. Тогда бы она сейчас вспомнила что-то. Держаться рядом с владельцем. Так, ладно, мы запомнили, что здесь есть выход, на всякий случай. Убегать там будем. Я реально мог устроить короткое замыкание, и все было бы ништяк. Я бы мог это сделать. А я облажался. Яду надо точно какого-нибудь крысиного подсыпать. Посмотрим, может быть, что-нибудь найдем. Он здесь? Тихо. Поставь это вон туда, на стол. Сейчас, погоди, я еще немножко здесь. А, я не могу пройти туда. Так, давайте сначала осмотримся. Может быть, мы реально ему что-нибудь подсыпать сможем. Что он еще не понял, с кем связался. Он думает, что я послушная машина. Это андроид, я думал, это там Алиса. Так, на стол сюда можно поставить. Но сначала хочу пройти и посмотреть. L1. Пересаживает кровь. Понятно. Прогуляемся еще. Ты не будешь психовать? Я просто заблудилась. Сам понимаешь, первый раз здесь. Все незнакомое. Сюда в дверь мы не можем свалить. Посмотрим, что здесь на компьютере. Ничего. Ну ладно, давай положим. Жри свои чипсы, чтоб ты взорвался от ожирения. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Драла, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухатый обжилёха! Вспомни. Ты меня слышишь? Слышу. Да, Златко. Выполнить приказы. Ключ не найден какой-то. Какой ключ? Лютер! Лютер! Лютый. Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Мелкое. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Упс. Прекрасно, у нас осталось 10 минут. Вообще зашибись. Кто эта девочка и где она живет? Вспомнить. Вспоминай, 10 минут всего. Посмотреть RA9. Быстро, только быстро. Давай, не задерживайся, пожалуйста. RA9, надо все вспоминать сейчас. Все, что было, что не было. Меня зовут Кэр. Отлично. Так, здесь приблизиться было. Ох, это какой-то медведь. Тише, Миша. Открыть клетку, открывает клетку. Он нападет на него. Тихо, я друг. И сожрал ей лицо. Ладно, я думаю, это правильно мы сделали. Он нападет на Златку, если что. Пустит ему задницу. 10 минут. Так, ты у меня что здесь делаешь? Ух, смотри какая. Да пропусти меня! Блин, не пропускает. Быстрее. Что еще здесь есть? Посмотреть. Бульбулятор! Это как раз как было у этого. Тода! Курил, как сумасшедший. Алиса. Ты вспомнила? Ты все вспомнила? Разыскать Алису. Можем пойти в коридор, можем пойти сюда. Что ты тут делаешь?
Хозяин разрешил тебе быть здесь? Заткнись. Надо всегда повиноваться. Что ты делаешь? Трогаю тебя. Ты не выключишь меня? Нет. 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 Нет, не выключишь. Выключить Алиса, договориться. Я ищу девочку. Ты ее видел? Ищешь девочку? Нет. Я ее не видел. Давай договоримся. Ты будешь молчать, если отпущу? Да, да. Я буду молчать. Только не выключай. Мне кажется... Давай пощадим. Нет. Мне кажется, он заорет. Он кажется, он нас палит. Нет, конечно. Он какой-то подосланный. Он еще до сих пор, по-моему, не восстановился. Давай, смотри. 10 минут. 10 минут, ребята! Зубная паста не поможет нам. Туалет не поможет. В коридор выходим. Тот? Ой, этот. Лютер. Лютер Кинг. Так, я вернулся обратно. Мне здесь делать нечего. Где она может быть? В кладовую мне не надо. Давай сюда. Это что? Еще одна кладовая. А, это понятно. Это то же самое. Так, назад. Назад. Что мы реально ее можем не найти, не успеть. Музыка все напряженней. Так, этот хрен здесь. Где она может быть? На первом этаже же ведь ее нет нигде. Правильно? Давай сходим дальше еще к Лютеру. Пожалуйста, быстрей. Дальше. Он, наверное, охраняет ее. Видишь, стоит у двери. Типа спит. Я сожалею о девочке. Вспоминай. Так, проверяем. Проверяем еще вот эту вот комнату. Быстрей. Так, это в коридор ведет. Это не то. Это нам не нужно. Быстро. Что тут такое? Включить. Да ё-моё, ну включи. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам... Грубай. Не знаю, зачем мне это нужно. Проверить. Да проверь ты! Ну, давай вниз и сюда. Факелочек, надо просто поджечь все. Нужно просто здесь все спалить к чертям собачьим. Так, а вот дверь как раз ведет в соседнюю комнату. И здесь Алиса должна быть. Шотган! Я вижу. Вижу шотган. Читать. Самое время журнальчик почитать. Нет, назад. Так, стоп. Бери дробан. Не заряжен. Черт, патроны надо найти быстрее. Так, ну и чё, а где Алиса-то? Алисы вообще нигде нет. А вот куда идет дверь? Это в коридор ведет дверь. Так, это вообще не вариант. Ну что делать-то будем, блин? На первом этаже она может быть. Так, выходим. А что если мы попробуем войти, где бугай стоит?
Это же как раз та комната. А вот еще одна у нас есть. Комната, где мы не были. Мы же не были здесь. О, Алиса. О-о-о-о, слава Господи, я нашел тебя. Алиса. Кэра. Кэра, ты меня вспомнила? Да, конечно, конечно, все помню. Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. О, что мы сейчас будем делать? Как убегать? Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Давай подожжем здесь все. А он меня не спалит? Лютер! Да, Славка. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушай, так, уходим. Славка. Уходим, 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 уходим. Быстро сюда. Спрятаться. Нужно спрятаться. Срочно, 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 срочно спрятаться. Спрятаться сюда. Славко! Что? Девочка сбежала. Прячься быстро. Не могла же она исчезнуть. Почему ты не Но прячешься? Где-то. Чего встал-то? Могу так вот держать. Сидим. Палево. Сейчас будет палево. 100% меня найдут здесь. Шкаф — это самое палевное место. Я держу. Я держу. Ну ты где застрял-то? Иди сюда. Иду. Уходи, Лютер. Тебе сделать нечего. Ушел он? Ушел. Так, выходим. Быстро, надо поджигать нафиг все. Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Взять полено. Поджигай, поджигай, поджечь. Это самый лучший отход будет. Скорее, сейчас придут. Бежать, 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 бежать. В спальню. А че все в дыму-то? Лютер! Все безопасно? Погнали, я тебя моляю. Ух ты, так он не заряжен был. Беги! Так, срочно, черный ход. Он открыт был. Отлично. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Лютер, пошел ты нафиг, пой свои песни для престарелых. Там топор какой-то был. Алиска, вставай. Так, Quick Time Event, я прям готов, я готов прям сражаться. Беги, давай быстро. Беги, я тебе говорю. Я предупреждал. Мечты Черт. Всегда ведут в яму. А ты не послушала. Не стреляй. Лютер, давай. Лютер. Лютер, молодец. Ты что красавец. Делаешь-то? А ну пошел прочь. Он тоже вспомнил. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не продел. Да как ты смеешь? Армия тьмы. Армия тьмы пришла за тобой, дружок, толстенький мой. Что, твои депки? Депки-конфетки. Не трожьте меня! Кобздец тебе, жирный. Повинуйтесь, я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Слушаюсь и повинуюсь! Все, съел? Лютер, я знал, что он прозрел. Спасибо, дорогой. От души. Я не хотел этого. Я знаю. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя.
И у меня как будто впервые глаза открылись. О, так в этот момент я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Хороший план. Ладно. Соглашайся. Я тебе верю. Актеры как играют, вы посмотрите, вообще потрясающе. Я так боялась тебя потерять. Миша! Сейчас полный комплект вообще. Я и телохранитель, и Миша еще появился. А, смотри, сколько всего, да? Я думаю, это самая лучшая концовка. Химеры нападают на Златка, могли не нападать, если бы мы их, допустим, не... Если бы мы их, допустим, не выпустили, то что? Может быть, он остался в живых? Не, вряд ли бы он остался в живых. Может быть, Лютер бы тогда его избил. Химеры нападают на Златку. Ну и получил по заслугам. Да, вообще заслуженно, точно. Ладно, я думаю, мы очень хорошо сыграли эту главу. 61% завершено. Давайте здесь тормознем. Продолжим в следующей серии. Обязательно поддержите это видео лайком и поставьте колокольчик. Уведомления, чтобы узнать о выходе новых серий. А также подписывайтесь на канал, если по каким-то неведомым никому причинам вы до сих пор еще этого не сделали. Это был Detroit Become Human. Как далеко мы сможем зайти, чтобы стать человеком? С вами увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты подпишись.